Это внутренняя свобода, не внешнее такое разгильдяйство, да, как внешнее, можно наблюдать где же ее взять, команды. А внутренний, пожалуйста, не заткнешь. Вот, разве что какой-нибудь бручкой. Я думаю, пора нам переходить к музыке. И раз уж мы сейчас готовы что-то поиграть, точнее, вы готовы поиграть, я готова послушать вместе с нашими радиослушателями. Я бы хотела спросить у Владимира по поводу его перкуссии, его инструментов, потому что очень интересный набор, и, по-моему, один из инструментов называется диджериду. Nice. Я угадала. Nice. Он меняется все время, ко мне приходит музыкант вот на эфир, он все время приобретает разные формы, но вот, наверное, вот это основное, и мы не спутаешь ни с чем, это огромная труба, давайте с чем-то играем, там честно. Интересным пересыпающимся. Это австралийский инструмент. Коренное население обрубает ветки деревьев, которые проедаются внутри термитами, и как бы готовы использовать таким образом. Это действительно австралийский термит? Конечно. И выедено над натуральными термитами? Да. Ну, скажем так, это... Мышами белорусскими. Давайте поиграем. Давай. Thank you.
Ну,